Сегодня главный режиссер драмтеатра имени Аронецкой Дмитрий Ахмадеев получил звание «Народный артист Приднестровья». Во Дворце Республики в преддверии Дня работников культуры награждали лучших музыкантов, артистов, музейных специалистов и сотрудников библиотек. Это почетное очень звание «Народный артист Приднестровской Молдавской Республики». Честно говоря, для меня это просто внезапно, неожиданно, вот так вот на сегодняшний день. Вы знаете, как бы это, ну, сказать радостно, ничего не сказать, наверное, это какое-то счастье от такого понимания, признания, такой чести, да, ну и, конечно же, ну, я не знаю, в какую это очередь, первую, вторую, это абсолютно не важно, это, на мой взгляд, очень огромная ответственность. Большую часть жизни Дмитрий Ахмадеев посвятил нашему театру. С миром грез, перевоплощений, куража Дмитрия Ахмадеева познакомила легендарная Надежда Аронецкая, первый режиссер, дело которой теперь продолжает сам Ахмадеев.